Всем привет! Долетели мы отлично, мы находимся уже второй день на Самуи. И сегодня мы расположились вот в таком доме. Это наш дом, наша кровать, очень большая комната. И, по-моему, шикарная люстра красного цвета. Ну, пойдемте, покажу нашу кухню. Наша кухня. Здесь мы едим различные фрукты. Мы купили сегодня кучу классных фруктов. Особенно я тащусь от папайи. Она мне очень нравится. И вот наш бассейн, который мы с утра, я думаю, примем обязательно. В соседнем домике расположилась наша подруга. Она сегодня более позднее время приедет. Вот, дом шикарный. Уже даже вот гирлянды новогодние повешали. Так что чувствуется тоже ощущение Нового года. Мама, привет! Я долетела. Все хорошо у нас. Замечательно. И о следующих новостях следите на моем блоге. Обо всем расскажу. Завтра мы едем арендовать дом. Кстати, дом, в котором мы сейчас живем, это дом моего наставника, в котором он жил вместе со своей семьей. Сейчас мы некоторое время проживем здесь и параллельно будем искать наш новый дом, потому что сезон высокий наплыва туристов сейчас уже после 15 числа ожидается, и нам нужно побыстрее найти дом. Вот. Все хорошо, все отлично, следите за новостями. До новых встреч!